Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2. Я практически дошел до самого Титана. Сегодня мы будем проходить двух телохранителей. Постараюсь, по крайней мере, пройти двух, потому что, как я понял, они будут не особо сложными. Почему не особо сложными? По той причине, что я уже практически дошел максимального левела. Дальше прокачиваться уже практически некуда. И что самое интересное, возможно, уже в скором времени я буду проходить затмение, потому что я дойду до 52 уровня, где я смогу наконец-таки получить оружие тех самых боссов, которых я еще не одолевал. Это рыси, отшельника и, конечно же, тех самых других персонажей. Но перед этим, на данный момент я еще до сих пор 51 левела. Я очень много боев сыграл на невозможно, потому что за счет Кусаригамы это можно сделать, так как играю чаще всего на перфекте. И это круто, это классно. И я надеюсь, что именно сегодня у нас, конечно же, все получится сделать. Получил вот такую вот награду, поэтому прямо сейчас ее забираю. Удивило то, что в талантах не было выбора. По факту дезориентацию я мог прокачать, и я ее и прокачал. И что самое интересное, если мы возьмем и посмотрим на то, какие сюрикены у меня на данный момент прокачаны, то, я думаю, многие удивятся, 49 левел — это то, что у меня на данный момент имеется из сюрикенов и из магии, соответственно, тоже. Как вы видите, это какой? 49 уровень. Поэтому пока по-другому прокачаться я никак не решился, да и смысла не вижу. Кусаригаму до сих пор оставил, она у меня уже на 51 левеле, и на данный момент коплю себе на броню. Броня стоит 2 миллиона 580 тысяч, поэтому постараемся ее также сегодня прокачать. Не забывайте подписываться на канал, это самое главное, потому что чем больше людей подписывается на канал, тем больше роликов по Shadow Fight 2 будет, потому что я буду видеть ту самую заинтересованную аудиторию, которые интересны такого рода ролики. И, конечно же, подписывайтесь на мой второй канал, телеграм-канал и, естественно, Boosty. Все ссылки вы найдете в описании, везде выходит контент и довольно интересный, и поэтому, если вам интересна не только игра Shadow Fight 2, а также еще, возможно, какие-то проекты, и, возможно, вы захотите поинтересоваться, почему ролики не выходят, то телеграм-канал, либо мой второй канал, либо Boosty вам в этом, конечно же, помогут. Что ж, теперь, что мы делаем? Естественно, мы переходим на Титана. Сложно, поэтому думаю, что пройдем. Давайте посмотрим. Ну, конечно, мои зверюшки не могли ошибиться. Нюх на теневую энергию у них просто отличный. Добро пожаловать ко мне в Цитадель, Тень. Ты венец моего пути. Я создал тебя. Врата открылись, и ты выжил после выброса темной энергии, но не служишь мне. Ты сохранил разум. После долгих опытов в тысячи миров мой эксперимент увенчался успехом. Но давай я покажу тебе тех, кто также выжил после открытия врат. Герои эти, твои двойники, не обладали волей и силой достаточными, чтобы удержать столь энергии в своем теле. Тебе принадлежит слава самого искусного ассасина. Убийство — твой хлеб. Зачем путаться с какими-то людишками, выполняя их глупые просьбы? Я стал главой ордена, а с надоедливым стариком, той девчонкой, я расправился там же. Теперь я сам решаю, кому жить и кому умереть. Интересно, интересно. Ладно, будем смотреть, что сейчас нам предложит вообще, в принципе, игра. И надеюсь, все не так сложно будет, как кажется на первый взгляд. И мы пройдем ассасина, а дальше уже посмотрим, что там будет за следующий телохранитель. Опять же, пока что будем по два, наверное, проходить, потому что, в принципе, они не столь сложные. Хоть и написано на сложно, но, как вы видите, за счет Кусаригамы на перфекте спокойно мы можем одолеть кого угодно, как я понимаю. Видимо, и здесь проблем-то, собственно, никаких не будет. Давайте я даже заскриню этот как раз-таки зал, потому что у меня еще данного скриншота не было. И да, первого персонажа мы очень легко развалили, притом он на сложно был. Ну прям на сложно. Это же должно было быть сложно. А рекламы так-то нет. Это вот обидно на деле. Ладно. Ты оставил меня в живых. Эта ошибка дорого тебе обойдется. Однажды. Как-то на самом деле все было очень легко и очень просто. Я, конечно, могу попробовать рискнуть зайти на этого Титана, но что-то мне кажется будет сложно. Ну, имеется в виду не на самого Титана, а еще на одного телохранителя. Мастерство боя превыше всего. Мне нет равных, поэтому я бросил вызов вечности, чтобы превзойти себя самого. Я стал величайшим мастером Востока, а редкие ученики, добившиеся моей аудиенции, лишь напоминают о моем превосходстве. Ну, в бой давайте попробуем его тоже одолеть, потому что вот ассасин запоминающийся, а данный ученик мастер, он не особо как-то запоминается, хотя оружие у него, конечно же, крутое. Вот как раз-таки им, возможно, он и запомнится. Поэтому пробуем.
А, у него, смотрите, какая-то защита срабатывает. Не, у него очень, он очень сильный. Он очень сильный, потому что я почти ему не отнял вообще никакого урона. А, и он восстанавливается. Да, тут нужно прокачиваться, конечно. Думал, я легко зайдем. Но не тут-то было, не тут-то было. Ладно, хорошо. Пробуем дальше, пока я не готов сдаваться, потому что кто знает. Кто знает, что получится. А может, что-то и получится. А может, ничего не получится, у него оружие с растяжечкой, поэтому не самый лучший момент. Блин, видите, один удар, и далее я просто запутался, потому что подрасчитать расстояние, когда он находится вблизи, практически невозможно. Так, ладно, подходим. Удар не такой я хотел сделать. Это затянутый длинный удар. Мне вот этот хотелось нанести. И да, он снова восстанавливается. Восстановление у него очень хорошее идет, и да, он меня побеждает, поэтому все-таки надо немножко прокачаться и уже дальше продолжать. На данный момент сколько мне осталось? Всего 400 тысяч, я как раз-таки сейчас, наверное, потушу немного на крейсере и на каменном лесу, и, конечно же, мы продолжим. Что ж, ребят, прошло немного времени, буквально целый день, и я наконец-таки дохожу до следующего телохранителя, потому что вроде как я уже практически накопил 52-й левел, я по сути прошел и турнир, и конечно же крейсер, и вроде бы осталось совсем ничего пройти, и мы конечно же окажемся уже на самом Титане, но пока, как вы видите, возникали проблемы небольшие, поэтому ролик чуточку задержался, такое бывает. Также на этой неделе разработчики обещали нам обновление. На предыдущий тоже обещали, оно не вышло, поэтому будем верить в то, что оно выйдет на этой неделе. И, конечно же, прямо сейчас я постараюсь пройти еще одного босса. Я уже пытался это сделать, конечно, телохранителя точнее, но у меня не получилось. Поэтому прямо сейчас снова попытаю удачу, вроде более-менее прокачался, вроде бы стал сильнее, у меня получше стала броня, поэтому... Но все равно по щам нормально так прилетает. А я почти урона не наношу, жесть. Вот это жесткая тема, конечно, да. А он восстанавливается еще, я вот про этот момент забыл. Может даже и сейчас первого раза не получится его пройти с такими-то восстановлениями. Хорош. Но он по мне нормально так урона нанес, конечно. Ой-ой-ой, отходи, взрыв. Нет, я не успел. Ненавижу вот эту вот магию, потому что вот этот взрыв, ты не понимаешь, когда тебе уклоняться. И еще при этом вот эта вот тема, когда замедляется полностью все, и ты даже откат не успеваешь сделать. А, как я ненавижу это оружие, тем, что оно очень хорошо растягивается, покруче кусаригамы будет. Так, ладно, хорошо. Давай, вот так вот немного урона. И далее с разгона вот такой вот. И он восстановился полностью, идеально прям. И еще планшет портит мне полностью проходняк тем, что вылетает периодически. Так, давай. Обана, хорош. Ну, тут я, конечно, классно уклонился. Вот так вот выцепили. И еще немного. Хотя вот тут было сложно. А теперь разгон хороший. Здесь выцепили. Отлично, кое-как. Пару ударов нанести нужно, чтобы он отпрыгнул. И далее вот такой. И с разгона еще немного. И теперь добивающий. И последний вот здесь вот. Я почти его выцепил. Выцепил практически. Но счет 1-1. Отлично. Все-таки кое-как одолели. Хотя сложный персонаж. При этом два вылета по проводу. Это очень жестко на деле. Потому что это немного мешает игре. Даже я бы не сказал, что немного. Прям сильно мешает. Ну, тут я прям никакущий урон наношу, потому что защитка вот эта вот, когда она срабатывает. Давай вот здесь вот разгон. Блин, ну как так? Почему я не могу его сбить во время магии? Ну, это отстойно. Блин, вот просто-напросто это конченая магия. Как я ее ненавижу, потому что в этот момент, когда ты летишь на него, по факту она срабатывает. Ты даже нанести урон не можешь. Бредовая ситуация. Тупо бредовая, непонятная ситуация. Ладно, пробуем снова. Не хочу просто приобретать посильнее оружие и броню, потому что сейчас на 52-й левел перейду, там снова придется все покупать, а это очень сложно. Порой дается... При этом, как он накапливает вообще силу, при том не нанося по мне никакого урона? Так, ладно, вот здесь вот можно выцелить. Ага, ну мы оба закосячили. Так... Блин, вот здесь из-за того, что он не будет ближнюю атакой бить, это вот печальная ситуация. Давай, разгоняйся. Так, отлично, он мне подножку подставил. И теперь разгоняйся. Да ё-моё, откаты вовремя делает. Давай снова разгоняйся. Ну что ж такое? О, я в оглушении? А, нет, стоп.
Мне казалось, эта эмблемка означает оглушение. Блин, совсем чуть-чуть не дошел. Давай, разгоняйся. Да что ж такое-то? Хорош. Давай, разгоняйся снова. И все, мимо. Давай снова. Хорош. Остается немножко. И снова удар. Отлично, счет 1-0. Единственное, сейчас не попасться как-то на магию, и все будет четко. Опять же, вот если я попадусь на магию, будет далеко все нечетко. Но пока он вроде ее не хочет использовать. По щам и я, и он получили. Вот так вот его немножечко замедлим. Оттолкнем. И снова надо бы оттолкнуть его. Вот, хорош. Так, и далее. Давай, разгоняйся. Потому что в любой момент он может, конечно, использовать восстановление. Но это ладно, восстановление. Главное, чтобы магию не использовал. Так, хорош. Блин, снова защита сработала. Я по нему могу и не бить. Воу, ну вот опять магия, и я ничего не могу сделать. И даже уклониться не мог, тупо вот она срабатывает. Я не успеваю среагировать, он взлетает, и его даже сбить нельзя. Это магия, по-моему, которую нельзя никак контрить. Ну, максимум только на расстоянии постоянно держаться, чтобы по тебе ее не нанесли. Так. Вот здесь вот я оттолкнуть хотел его, вообще не успел ничего сделать, а он накопил, скорее всего, потому что у него то ли зачар, то ли талант на быстрое накопление магии идет. Давай еще раз. Нет, не получилось, вот тут он меня выцепил. Давай, вот так вот, и с разгона, пока он не бросил эту хуйню. А, жесть, давай, успей. Наконец-таки я успел вовремя. Так, ну вот здесь, конечно, смысла нет вот таким вот образом бить. О, он тут закосячил. Давай с разгона теперь. О, пробил. Нет, только не слейся, пожалуйста. Давай, подходи. Нет, блять, как конченая эта магия бесит. Конченая, вот просто конченая. Нет, ну, ребят, это нереально, я не знаю, честно. Эта магия полностью портит все прохождение. Вот Рил полностью все прохождение портит. Эта гребаная магия с этим гребаным шаром вонючим. На самом деле, вот это самая печальная проблема, когда я сливаюсь не из-за того, что он меня добивает, а из-за того, что он использует магию. И магию не такую, где просто шар бросает, где уклониться, в принципе, согнувшись можно, а именно какую-то дебильную магию, от которой уклониться практически нереально. Но я не успокоюсь, пока именно вот таким вот образом его не пройду, потому что тратить монеты на этот кусок говна я не собираюсь. Так, отлично, тут косяк, хорош. Давай, ну уже что-нибудь сделай, да отвянь ты от меня, чё ты прилип так близко. Давай еще пару ударов. И теперь с разгона уклонился. Я вот таким прыжком никогда от Кусаригамы не уклонялся, у ботов у них... Есть супер уровень уклонений. Хорош, добили. Вот, видите, магию не используют. Прохожу все очень легко и просто. Как только срабатывает магия, все, я сливаюсь сразу же моментом. О, отлично, он специально ее использовал, видимо, чтобы мне полегче было. Так, хорош. Так, отличненько, разгон. Ну, здесь, конечно, я маленький урон нанесу, но я просто решил к нему подойти, чтобы он от меня отпрыгнул. Ага, ну вот здесь вот он не захотел этого делать. О, отлично. Вот этого я и ждал от тебя как раз-таки момента. Ух ты. Вот почему добивающий удар по нему не пролетел, тоже очень странный вопрос. У него уже магия накопилась. Снова, ребят, уже снова магия. Хорош, оттолкнули. Так. Давай, отличненько. Давай, последний. Добивающий, возможно. Хорош, счет 2-0. Но она у него снова накопилась. Я видел, как он ее использовать пытался. Но мы прошли эту собаку без особых проблем. 707 тысяч мне начислило. И что ж, прочтем, что он нам пишет. Своенравный глупец, я основал великую школу, и имя мое будет помнить и произносить с придыханием. А тебя просто забудут. Говорит он мне, тебе нравится Shadow Fight? Да. Пожалуйста, поставь 5 звезд нашей игре, спасибо, позже. Соревнуйтесь в рейдах, окей. Что самое интересное, я до сих пор не получил 52 левел, я не знаю, что от меня игра ждет, но, видимо, она от меня что-то ждет. У противника повышена защита, достигни стила Брутал, чтобы победить. Если выйдешь за красную
зону, то тебе кобздец. Видимо, вот это вот пройти еще надо, чтобы 52 левел получить. Мне казалось, что вот достаточно будет пройти босса, но, как вы сами понимаете, не тут-то было. Ну, как вот это вот пройти? Ой-ой-ой, я в красной зоне. Ну, я почти достиг стиля брутал, конечно, но... Ладно бы кардинально эта реклама хоть как-то бы менялась, а то одно и то же говно постоянно смотришь, и при этом она уже надоедает, когда ты раз 20 посмотрел одну и ту же рекламу. В чем суть рекламы, непонятно, когда мне 20 раз показывают одну и ту же игру, а мне на нее все равно. Я не понимаю вот этого момента. Так, давайте ногами сейчас прямо отыграем. О, блин, я даже стиля хард не достиг. Играю я ногами. Ну, иди ко мне. Ладно. О, давай. Вот тут бы почти стиль бы был. Ладно. Давай. Вот так. А, нет, нет. Разворот. Хорош. Не-не-не-не. Только не за ринг. Хорош. Давай. Отлично. Брутал. Фу, все, супер. Накопили. Жесть, конечно. Достаточно легко на деле, но повелители теней, а именно 52 левел, я кое-как, но все-таки заполучил. Ну и что ж, на данный момент у меня 4 миллиона. У меня 52 максимальный левел, чего я хотел наконец-таки всегда достигнуть. Это 52 левела, и я это сделал. Максимальный уровень теперь мой. Я не могу на данный момент приобрести кусаригам, потому что на 4,5 миллиона стоят эти дубинки и огнеметы, я брать не буду. На них я уже вдоволь насмотрел. И, кстати, я могу приобрести себе, естественно, броню. Кстати, по поводу именно если смотреть прям прокачки-прокачки, то лучше всего для начала взять броню, а потом уже улучшить косаригаму, потому что далее я пойду на затмение, это я сразу же говорю. К титану мы еще вернуться успеем и телохранителям. А на затмении я как раз-таки могу пройти вот всех данных персонажей. Рыся, естественно, отшельника, естественно, мясника, Асу и, понятное дело, вдову и Сёгуна, и забрать все вот эти вот как раз-таки, конечно же, оружие, все их оружие. И таким образом пополнить еще арсенал свой на оружие 52 левела, ну и в конце-то концов, естественно, проникнуть им по полной. Так, что ж, давайте заберем максимальный левел, отлично, 52 у нас имеется. В общем, сделал я все круто. Теперь я могу крейсер и каменный лес допройти до конца. Пройти двух титанов, там Мэй, по-моему, еще на затмение будет. Ну и, естественно, самое главное, это забрать оружие, оружие рыся. Ну, осы, вдовы и всех остальных персов. Что я и сделаю, но это уже будет в следующем ролике. А на этом, конечно же, считаю, что уже пора заканчивать, потому что этот ролик я делал несколько дней. Вот прям несколько дней, и вчера играл, и записывал, и сегодня играл, и записывал. И за эти несколько дней, конечно, я немножечко подустал набивать монеты. Очень сложно это делать, и вот, наконец-таки, я до конца, до самого конца дошел. И остается только самое главное — победить каким-то непонятным образом Титана, его телохранителей, Мэй. Ну, естественно, вот этих вот мясников и всех остальных, но на затмении. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч!